Взрыв в британском Лестере. Пострадали 4 человека. После взрыва в Лестере 4 человека госпитализированы в больницу в критическом состоянии. Полиция не рассматривает версию теракта. 4 человека госпитализированы в британском городе Лестер после сообщения о взрыве, передает РИА Новости. Мы можем подтвердить, что 4 пациента из района, где по сообщениям произошел взрыв, РЭД, были направлены в Королевскую больницу в критическом состоянии. Полиция рекомендует всем избегать района взрыва, сообщили представители 3 городских больниц. Полиция не рассматривает версию теракта после взрыва в Лестере. Сотрудники экстренных служб тушат пожар на улице Хинкли в Лестере. Инцидент станет предметом совместного с противопожарной службой расследования. Граждан просим воздержаться от спекуляций, но на данном этапе указаний на теракт нет, заявили в полиции. Под Киевом во двор дома бросили гранату. 3 в реанимации. Как сообщалось, вечером 25 февраля в Лестере произошел мощный взрыв. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.